На Оскольском электрометаллургическом комбинате завершился необычный образовательный проект. В нем участвовали 22 преподавателя Старооскольского филиала Института стали и сплавов, которые в течение полутора месяцев проходили стажировку на предприятии. Они детально знакомились с работой 9 подразделений, с технологическими процессами современного производства. Для чего, расскажут наши коллеги из пресс-службы ОМК. Сегодня на современном металлургическом производстве нужны инициативные и готовые к позитивным изменениям молодые специалисты. Компания «Металлоинвест» уделяет должное внимание подготовке будущих кадров. В тесном сотрудничестве с профильным вузом повышает профессиональный уровень преподавателей, дает возможность изнутри увидеть современное производство. Очередным шагом в этом направлении стала стажировка сотрудников СТИ «Нетумисис» на промышленных объектах ОМК и обмен опытом с производственным персоналом. С 19 октября по 27 ноября для 22 доцентов и преподавателей комбинат стал вторым местом работы. После окончания стажировки металлурги и преподаватели за круглым столом обменялись мнениями и подвели итог этого необычного проекта. Хочется отметить, что работники комбината отнеслись с большим интересом в данной программе. Они давно ждали эту стажировку, поскольку заинтересованы в том, чтобы те студенты, которых вы обучаете, которых вы выпускаете и которые приходят к нам, чтобы их знания были максимально приближены к потребностям производства. В СТИ «Нетумисис» образовательный процесс неразрывно связан с научной работой. Теоретические разработки оскольских ученых находят применение в модернизации реального производства. Подобные стажировки позволяют значительно улучшить качество преподавания, оживить его. Теперь в стенах вуза студенты узнают больше о работе ОМК, так сказать, из первых рук. Глубже познают сложный мир современной металлургии. Сейчас, кроме студентов-бакалавров, учатся магистры. У нас есть аспиранты и те темы, которые мы сейчас утверждаем, их научных работ, они уже составлены по материалам стажировки. Лишь обладая практической базой и пониманием производственного процесса, молодой металлург сможет максимально полно реализовать свой потенциал. В этом уверены и организаторы проекта. По окончании круглого стола директор по персоналу ОМК Сергей Шкурихин вручил участникам сертификаты об успешном прохождении стажировки и отметил, что подобного рода сотрудничество профильного вуза и металлургического комбината будет продолжено. Пресс-служба ОМК для телекомпании «Мир Белогорья».